Киев, 13 мая 2017 года, Броварской проспект, смертельное ДТП с тяжелыми последствиями, скончалось 3 человека. Движение частично ограничено, на месте работают значительные силы патрульной полиции и оперативно-следственная группа. Сюда.
номерком. И с номерком будет стоять, я буду сдавать сначала там, там, там. До десятки. А там что? Там нема. Номера нема. Киев, утро 13 мая 2017 года, суббота. Работаем на смертельном, жутком ДТП на Барварском проспекте в районе метро Лесная. В направлении центра Киева столкнулись два автомобиля. Предварительно говорят, что Kia якобы вылетел на встречную полосу с опрокидыванием и врезался боком в автомобиль Citroen встречный. Но, к сожалению, трое людей из автомобиля Kia скончались на месте буквально в течение нескольких минут. И водитель автомобиля Citroen получил тяжелейшие травмы в реанимации. В тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Предварительно, по версии свидетелей, якобы автомобиль Kia вылетел на встречку из-за мокрой дороги и высокой скорости. Однако во всех нюансах будет разбираться оперативно-следственная группа, которая сейчас работает на месте. Прибыло руководство столичной полиции. Вот, и они проводят детальное изучение места ДТП. Отмечу, что обломки автомобилей находятся на расстоянии 30-40 метров от места ДТП. И у одного из авто даже вырвало лонжерон.